Всем привет! Меня зовут Катя, и давно мы с вами рисовали паттерны. Я сейчас буду рисовать руками паттерн. Очень люблю это делать. Использую традиционно уже свою любимую водяную кисточку и акварель. Цвета беру, какие вот первые попались, и захотелось коричневый, и добавлю к нему в пару, наверное, синий. Синий, фиолетовый, такие истории, какие пойдут. Завитки, всякие такие узоры люблю. Для меня это медитация, как я уже и говорила. Вообще у меня это с детства. Всякие такие узорчики всегда хорошо у меня шли. И что у тебя как хорошо идет, ты продолжаешь это делать. И поэтому уже нарабатывается какой-то опыт, навыки, мастерство оттачивается, что лишний раз доказывает вот. Практика – наше все. То есть, если вы хотите научиться рисовать какие-то такие истории, начинайте, готовьтесь сразу морально к тому, что первые результаты вас не удовлетворят, вам не понравится, потому что, конечно, мы все будем равняться на какой-то более высокий уровень, на то, к чему хотим стремиться, и это правильно. Но здравую, так сказать, и трезвую оценку тоже надо включать, потому что сразу… Москва не сразу строилась, и это все дело постепенное. Главное – получать еще, конечно, удовольствие от этого процесса. Я вот получаю, и всегда получала, наверное, поэтому вот дошла до какого-то уровня, и то продолжаю тоже прогрессировать, потому что свои работы годичной давности я смотрю и думаю, господи, как хорошо, что я продолжаю рисовать, и у меня получается какие-то вещи делать лучше и лучше. Сейчас, правда, узорчики чуть-чуть отпустили меня. Мне хочется чего-то нового. Вот сейчас вот буду искать. Хотя, как можно вот от этих завитушек надолго далеко уйти? Сейчас я заполню центральную часть и скоро уже буду разрезать листочек. Перед этим, конечно, я подожду, чтобы вся акварель высохла, чтобы ее не смазать. По цветам мне очень нравится фиолетовый с коричневым, синим. Хорошо тут сыграли. Особенно мне нравится, что есть текстура акварельная, что не равномерная заливка векторная. Позже добавляю мелкие элементы, когда уже основные узоры заполнили весь лист. Как видите, всякие листочки, завитушечки. Они делают работу сложнее, законченной, поэтому без них не обойтись. Это, конечно, бесконечный процесс, тут тоже главное вовремя остановиться, потому что уже рисуешь, и кажется, что нет, главное тут без перебора. Хотя в таких орнаментальных делах, мне кажется, переборщить тяжело. Скорее, орнамент будет выглядеть более целостным и законченным. И вот начинаем резать, переворачиваю лист, как всегда, я это уже показывала во многих своих видео. Разрезаю, мне очень нравится этот процесс. Вот. Я давно, кстати, не делала паттерны руками, и вот начинаю жалеть об этом, потому что надо уже поделать. Все-таки, когда ты работаешь руками, совершенно другой процесс, совершенно другое удовлетворение от работы. Мне вообще кажется, люди должны работать руками, что-то делать свое, из ничего, так сказать, что-то совершенно новое.
Не просто так у нас все эти 10 пальцев есть. И вот красивая сердцевинка пустая, которую мы заполняем. Совсем чуть-чуть надо, места тут немного. Хорошо поработали, так сказать, в первый этап. Иногда бывает сложно соединить. Вот здесь вот пришлось пожертвовать одним листочком, но как результат у нас в итоге все хорошо будет сложено. Цвета беру те же самые. Все они здесь так гармонично сложились. И обратите внимание, как хорошо и разнообразно опять же выглядит паттерн, когда у него такая расширенная цветовая палитра. Опять же напоминаю себе, что главное вовремя остановиться, потому что сейчас уже вот эти все мелкие детали, их прям хочется и хочется добавлять. Места уже живого нет просто на паттерне. Я всегда, когда работаю, думаю именно о процессе, а результате, вот что будет в конце, я как-то вообще не заморачиваюсь. Я очень глубоко в процесс погружаюсь. Ну все, мы практически все дорисовали. Далее я жду, пока, естественно, высохнет паттерн, и сканирую его, чтобы потом отправить в фоторедактор. Вот мы его отсканировали. Первым делом, конечно же, я кадрирую. Стараюсь аккуратненько, прям в край, обрезать лист, но ничего, если будут маленькие погрешности, потом мы это все отредактируем. Добавляю резкость, чтобы подчеркнуть нашу акварельную фактурку, текстурку. Чуть-чуть в кривых смотрю, там делаю контраст, что-то могу убрать. И главное, будем сейчас работать над швами. Чаще всего здесь меня спасает лечащая кисть, штампы и обычная кисточка. Вот это вот инструмент пластырь или лечащая кисть. Им очень удобно убирать вот эти вот швы. Иногда, конечно, бывает не всегда, приходится замазывать уже именно кисточкой, но чаще всего, то есть это занимает вообще минуты. А результат налицо. Пластиком или белой кистью я где-то прохожусь по контуру, где-то он мне не очень нравится, делаю чуть поровнее, но опять же, как я везде говорю, я стараюсь сохранять вот эту вот ручную историю, чтобы видно было, что это не вектор, что это живые материалы и живая рука. Поэтому кривизна – это наше все. Нет в мире идеальных совершенных форм. Даже лица у нас все несимметричные. Это нормально, это хорошо, и как раз это естественно. Сейчас я практически все доделала, и скоро уже будем отображать картинку, чтобы работать над швом. Он там уже такой, поработать с ним придется подольше. Где-то тот переход мне не очень нравится, но в целом все очень хорошо. Это опять же такая работа, как начнешь это делать, главное вовремя остановиться. То есть, в принципе, вот эти подчищалки уже можно и не делать. Это я уже, знаете, сама к себе придираюсь. Опять же, хочется достичь какого-то вот идеала ровных линий, и сама себя ругаю. Вот, до и после все отлично. Сейчас будем отображать наш паттерн, чтобы сделать уже его бесшовным полностью. Вот, видите, у нас тут конкретные такие дырки.
Это, конечно, минус при создании ручного паттерна, что приходится долго работать со швами. Но оно того стоит. Здесь я закрашиваю инструментом штамп, удаляю ненужные. И, как вы видите, все тоже не так сложно. Здесь вот лечащие кисти достаточно. Тоже края чуть-чуть подделаем. И почаще удаляйте, уменьшайте масштаб картинки, чтобы посмотреть, как смотрится в целом. Потому что вблизи может быть все нормально, но как только вы уменьшите картинку, вы сразу видите, что идет полоса вот эта вот, которую вы редактировали, и она очень выделяется на общем фоне. Но это как в любой работе с изображением. Приблизил, удалил, приблизил, удалил. Опять отображаем. Что-то я тут намудрила, не туда отображала. Не забываем сохранять. Это моя, кстати, главная проблема. Часто забываю сохранять, и у меня часто бывает, что слетает компьютер, Photoshop, и приходится сожалеть потом. Но, знаете, как всегда показывает практика, потом всегда идет быстрее и даже лучше. То есть тот результат, который я потеряла по каким-то там техническим причинам, он реально мне потом и не нужен был. У меня очень часто так бывает с редактированием роликов. Вот, правда, я до сих пор не могу понять, как так. Потому что ты, например, сидел час, что-то делал, и все это, бац, слетело. И потом ты все это сразу за 15 минут быстренько возобновил. И даже лучше. Я не помню, почему у меня там как-то не получалось сделать ровный паттерн сразу. Но какие-то, видимо, были проблемы. Все? Все у нас тут хорошо? Красивый паттерн, конечно. Вот когда добавляешь уже цвет, не делаешь одним каким-то, то история такая вот уже сразу сложная, интересная. Да, и у нас здесь такой большой шовчик. Приходится, опять же, брать штампик и дорисовывать. Ну, вот здесь этот пластырь, лечащая кисть, тоже помогают. То есть на каких-то больших площадях это все удобно. Вот здесь даже ничего чистить не надо. А когда вы последний раз паттерны ручками рисовали? Расскажите мне, я вот вообще уже, наверное, месяца два не делала. Надо исправиться, какой-то паттерн нарисовать. Так, отображаем еще разочек. Этот паттерн я рисовала давно. И снимала, соответственно, процесс. И вот только сейчас руки дошли посмотреть, что получилось. Собрать это в видео. И нравится мне этот паттерн. Все-таки, когда время проходит, глаза немножко забывают, что там было. Но вот приятно видеть, что результат нравится тебе. Это я еще старым способом проверяю паттерн. Через редактирование заходите, определяете узор, и потом в слоях делаете заливку узором. То есть это все быстро делается просто. Опять же, это спасибо вам, мои дорогие, потому что благодаря Ютубу я вот все эти прелести и познаю. Опять же, вроде делюсь, а мне в ответ больше лайфхаков, каких-то интересных ходов рассказывают, чем я вот сама вам. Чуть-чуть кривыми смотрим. Цвет. Давайте поиграем с цветом, посмотрим.
очень все красиво. Тут вообще, когда у тебя еще не один цвет, это такая бесконечная история. Можно наплодить, я не знаю, ну штук, наверное, 20 точно. Вот посмотрите, вот это вот такой дымчатый, пыльный. Какой красивый получился. Релизы я обычно сразу делаю. И главное, если Ctrl-I нажать, отобразить, еще одна красота получится. Вот, посмотрите. И главное, текстурка видна. Я потом в конце добавлю фотографии, где более крупный план. И хорошо видно вот текстуру всей этой истории. О боже мой, меня просто разрывает от этих. Я до сих пор помню, как я не могла определиться, какой цвет выбрать. И в итоге все сохраняю, и все, ну, практически все я добавляла на Shutterstock, потому что, опять же, повторюсь, это мое видение авторское. Я считаю, что узоры эти могут быть такими, должны быть. И не каждый дизайнер сможет также наэкспериментировать круто. Да, это, конечно, пафосно говорить про себя, что это круто. Не совсем я еще привыкла, но мне правда нравится результат. Вот опять же складываем паттерн большой. Смотрите, какая красота. Буду уже закругляться. Вот они, наши паттерны. Красота, конечно, безумная. Видно текстуру всю, завитки. Вот. В процессе, конечно, может родиться то, на что ты даже не рассчитывал. Поэтому призываю всех экспериментировать, пробовать, не бояться, обязательно сохранять то, что получилось, и посмотреть через какое-то время, потому что в процессе, когда вы уже делаете, вы устали, глаз замылился, и вы можете, правда, уже не понимать, что хорошо, что плохо. Лучше это оставить на пару дней, чтобы потом взглянуть уже со свежим взглядом, а еще лучше попросить друзей посмотреть и насладиться уже результатом. В общем, призываю всех рисовать паттерны ручками. Кто это любит, то так же, как и я, сильно рассказывайте, когда последний раз это делали. Ну, а я пойду и, наверное, правда порисую руками паттерн, и даже, может быть, засниму еще одно видео. Если понравились, традиционно ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Я их тоже очень люблю. И всем удачи, пока!